Юху! Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып! Птичка моя, ты, наверное, проголодалась. Подожди, я тебе принесу поесть. Вкусняшка, покормлю птичку хлебушком. Моя, ты где? Может, она в другой комнате? А? Здесь тоже ее нет. Спрошу у Арины, куда могла пропасть моя птичка. Алло! Привет, Арина! Моя птичка пропала. Я думаю, что она вылетела в открытое окно. Помоги мне найти ее. Хорошо, помогу тебе найти птичку. До встречи. Видишь, Дуду, знак? Птичкам запрещено. Я вижу. Пойдем дальше. Добрый день! Вы не видели случайно маленькую желтенькую птичку? Нет, не видела! Спасибо! До свидания! Вы не встречали желтую птичку? Нет, не видели! О, и они не знают! Не печалься! Дальше искать. О, может, она здесь спряталась? Здесь тоже ее нет. Вот моя птичка. Но она так высоко, ее не достать. Дуду, спаси меня! Сейчас я тебя спасу! Желтый шарик! Ох, неудача! Еще немного осталось! Ай, мимо! Голубой шарик! Еще немножко! Ура! Мы освободили ее! Теперь моя птичка вернется домой! Спасибо, Арина, за то, что помогла вернуть мне мою птичку! Пожалуйста, Дуду! Какой прекрасный день! Случилось с рыбкой. Спрошу у Арины. Может, она поможет. Алло. Привет, Бубу. Как у тебя дела? Привет, Арина. Моя рыбка выглядит не очень. Приходи ко мне, посмотри. Хорошо, сейчас приду. Вот, посмотри, Арина, что с ней случилось? Кажется, она заболела. Как нам ей помочь? О, отнесем ее к доктору.
Хорошая идея! Пошли! Давай спросим, смогут ли ее вылечить? Доктор, моя рыбка заболела. Сможете ее вылечить? В нашей больнице мы не лечим рыбок. Извините. Как же так? Что нам делать? Бедненькая моя рыбка. А, ты куда, рыбка? А, пусть плывет. Там ей будет намного лучше. Не грусти, Бубу. Я тебе новую рыбку подарю. Какая она красивая! Спасибо, Арина! Ты самая лучшая подружка! Oh, yes! Странно, никого нет дома. Oh, no! А что с рыбкой? Почему она не шевелится? Все ясно. Грязная вода. И рыбке стало плохо. Пойду поменяю водичку. Йо-хо! Нужно покормить мою рыбку. А? Странно, куда делась моя рыбка? И аквариума нет. Не волнуйся, сейчас у тебя будет чистая водичка. Oh, yes! Спрошу кошечку Муру, может она знает, где моя рыбка. Алло! Привет, Бубу, как дела? Привет, Мура. Ты не знаешь, где моя рыбка? Она куда-то пропала. Нет, Бубу, я не знаю, где она. Но я могу помочь тебе ее поискать. Oh, yes! Вот, посмотри, рыбки нет. Раз рыбка живет в воде, нужно искать ее в воде. Пойдем на озеро? Пойдем. Так лучше. Давай, Бубу, ныряй. Может, твоя рыбка в озере? Я готовый, хоть и немного боюсь. Что-то моей рыбки здесь не видно. Надеюсь, Бубу найдет свою рыбку. Теперь все хорошо. Водичка чистая и рыбка сытая. К сожалению, в озере моей рыбки нету. Не расстраивайся, Бубу. Я подарю тебе новую рыбку. А сейчас возвращайся домой. Ну хорошо. Моя рыбка у меня дома. Ура!